Почему что пол дракона, потому что они по сути не особо и видят. Ты что творишь? Мне кажется, так лучше. Не знаю, что почему. Почему ты с ним работаешь? Подогнал. Почему они не могут быть драконом? Почему слепо спал? Что я я предложил ему второго дракона, но он что-то решил второй игре. Так, подружки не встают и все. Вот как он будет еще легко делать. Надо гемы собрать. Краги. Точно забыть на нас еще полностью. Нет, ты же ее Крэгом берешь. Как это максимал? Крэг. Изи. Вообще. Что там? Сколько? На 1-1. Ну, сплачка, чтобы вас купили. Не знаю, блин, цепь строить я. Закрой меня плащом полностью, пожалуйста. Жички, минотавры. Ой, 700 утыли. Не, нычки Минотавров точно не находят. Гарпи, что не больше ничего, чтобы отстроить. Что-то все, да. Я хочу видеть, где что делать. Птиц. Адмирал, ты можешь это оформить? Уже очень интересно. Нет. Что-то когда 6 птиц на первой неделе как-то. Тебе нужно 3-2 зайти. Первой неделе? Сейчас перекурим? Нет, только НВЦ-Тринити мне поможет, пожалуй. В смысле, ты не будешь нычки идти звать? НВЦ-Тринити. Я уже второй построил! А, нет, это еще не СНГ-шная турнирка, это так, подготовка к СНГ. Надо как-то этих негодяев, лакерков, уделать. Как? Чё, даже выхода к воде нету. Чтобы уплыть от них подальше. Андорка хорошая, правда. Да, первый век читаю чате. Да. Так, тут есть золото, тут есть нычка какашек. Наверное, бунарам надо в эту сторону ломиться как-то. Опа! У меня же была часть, сколько я помню. Да. То есть одна часть осталась до колодца. Так, ну тут... Лол, что? А, это типа там ядритулюсь, это вот там моя деревня. А, это барнутый проход на РС следующий, понятно. Так, ну золото накидали нормально, птички, по крайней мере, встанут. А вебки нету у Айвы, насколько я понимаю. Так, надо вот к этому становиться склепу как-то, потому что он Макси, и как-то хотелось бы его забрать. Так, бунарам пока непонятно, что делать. Я знаю, что надо цирке брать этот склеп, хотя на спина. Чисто ради прокачки. А ей когда мы хватит. Сейчас я гляну.
Нет, микрофон на максимуме стоит, то есть он так лежит, чтобы вроде как более-менее всех было слышно, но максимум больше уже не сделать походу. Так, надо пробить вот этих пегасов. Надо пробить этих пегасов. Надо сегодня воткнуть психов. Скупить каках. Скупить психов. Ой. Уже скупили. Ищите сюда. Так, психи первый, какахи второй, воздушки четвертый. Как-то так, наверное. Конечно. Ну, наверное, как-то так вот этим говном взломать, а потом еще сюда успеть. Ну, видишь, важными делами занимаюсь, склеп ломаю. Не представляешь, насколько это важные дела. Особенно, когда у меня 10 тысяч золота. Жесточайшая битва. Какашек против склепов. Ну, нормально. Так, тут у нас что? Тут у нас валим. Спокойно. Тут так. Тут так. Так. Разойдитесь. Видишь, осталось совсем чуть-чуть. На тактику цирки. Ртуть, камушки. Крышка ничего. А нету этого выхода к воде. Не завезли. Жмоты. То уплыл бы я от вас. Что-то как-то это, лучше бы я оставил этот фейк в покое. Да. Как-то не очень удачно вышло. Ей суждено быть. Три воздушки, хотя их мне и так нет. Это по барабану. Так, а ты у нас... одного топа. Там есть проход на инферно рез. И все, что-то как-то пустовато. Так, я бунаром хотел зайти сюда. Да что-то как-то нычки птиц. Не. Ну, да, это не для нас. Так, тебе надо
И будем все сжигать к чертям. Так. Меня интересует сера. Сера вот есть. Есть 70 дров. Нет 70 дров. Не, надо было первый расклад играть. А то как-то слишком умбово. Я предлагаю без уликов играть. Ну я даже готов уволить. Чисто родными войсками играть. Ну чё, подружка? Мой день, идрись, что-то быстро как-то все и закончилось. Крэгом как? На честном слове. Так, что там, на грейд горшков не хватает немножко, ну? Не есть. Слушается все таки хочешь. Ну правильно, что два архата. У меня как раз грежные фриты. Самое то под армак. Ну, блядь, давай. Ох. Хороший.
отсюда. Ой, больно. Больно, больно. Куда? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, да нормально. Там только один дойдет. Да? Два. И те еще двое придут снизу. Вообще нормально. Изи. Изичка. Просто изичка. 60 хп. Все это сняли. Нормально. Так, вот, вот так надо хуячить. Это бесы не добьют, так что здесь блядь. Бесы не добьют. 50 на 50. По щам. По щам. Сука. Один хп. Ладно, добили. Ну деф, чё? 100 хп. Ну да лол, их вообще никогда не убьют. Просто никогда. Могут только слепить. Просто никогда. И по щам. Минус хрит. Минус вес. Нормально. Живем. Один упрёныш. Ну, нормально, 9-9. Один, один. Ложка. Еще раз стоит. Чем меня разделило так? Не, ну 6 плюс 6 было бы адекватно. Там шляпа лежит. Ну, все, пацаны. И вода есть. И вода есть, и шляпа есть. Мне. И осталось, по сути, найти дельфинчика. Да. Пусть краб воет, тут вода есть. Вообще вода все просто. Дайте я только сейчас птичек соберу, шляпу свою возьму и. Кекс. Ну это, конечно, полная пидорасня. Ну, без дороги. Масло-то есть. Что говорится? Может просмотр земли сделать. Мы тоже повредим. Сучки, а. Не, ну смотри, какой шикарный выход по бездороге. Там всего-то пара дней пути. Не, согласен, что это полный посос, блять, а не выход по бездороге. В закуток ебучий здесь вот ползать вот так. Полная хуйта. Тут вот Айва, считай, выходит за своими драконами сраными. Сразу пизды надо давать. Замок. Не, я в центр не собираюсь. Мне дома есть чем заняться. Все нормально. Не, ну а что взять? Смотри, черные врезаются, черные и золотые врезаются в единичек феек. Кидаем армак. Кидаем армак. Улетают красные. Очень нет. Птичек 15, у золотых будет 16.
ход армаг умирают зеленые и красные, и я, в принципе, золотые и черные. И вообще изи как-то. Ну там птиц парочка отдаст. Можно вообще просто семь огневиков армаг свалил. Даже 5 огневиков армаг свалил. Ненормально. Нам надо еще армаг получить сначала. Да, получается. Не такое что. Дьявол в кассе. Тут на пиздану, чё, до него добежать, как это сделать свежим героем, ну, например, почему бы и нет. Я хочу все сразу, и дохуя. Все сразу и дохуя. Сконсуй. Вон за гномами тоже улик хороший стоит. Ебанцы. Что такое? Почему не тянется? А черных привычек? Я буду строить. Черных? Отдай мне свиток. Лучше по-хорошему. Так. Внимание, вопрос. Как бить Кансу одним драконом, двумя драконами, хорошо, шестюрками? Это же невозможно, да? Не, ну, если сильно захотеть, то... Изи вообще. Я рук один. На квике. Там они как бы в кучу встают, прожи, там сразу же на пятерых прожи. Да. Главное, драконов 1+1 подели и вообще норм прожи будет. А и шахту их взять не забудь. Блин, по сути, ну еще делать нечего. А ты шахтером в эту конюшню сходи. Да, ничего. Наш логер все. Действительно. Ага.
что мне еще делать? Быть большим. Ну а как я его сломаю? Не, ну согласись, как я его сломаю. Так я же не взял на куночку. Много денег, это значит, можно хитранить ГО. Если, конечно, там грейженцы так. А они не так грейжены. Нет, в смысле? А, не, ну тогда же вообще халява обычная. Халява, конечно, с грейженцы так, значит. Блин, так я мог вообще выйти тут на 1.1.3, наверное, если бы я отхитранил ГО по-человечески. Есть, в центре получил бы пассив. Так я все так хитранил. Крэг уже не идет ломать концы? Крэг и не пойдет никуда ее ломать. А если там нету? Так, я бы отходил. Так, значит, нужно еще сейчас сюда героя купить, и это тоже выходит все от прохода. Чего долго. Я так понимаю, ты на второй тоже не хочешь выходить. Нет, почему я выйду с... Ох ты! Ну, видишь, еще конца есть. Ты точно не хочешь на второй выходить. Ох ты, почему? Чиулик. Где я был раньше? Ладно, конечно, меняется. Можно взять, но нужно для этого цепь строить. Ну, одного героя поставь туда к гогам и нормально. Ой, ну это так сложно. Чего сложного? Один герой к гогам. Потом у тебя цепь. 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 Ну это цепи. Это сложно. Шахтер ГО и обратно цепи, тут вторую косу ломать уже. Нормально. Блин, цепь это сложно. Блин, я же сюда героя не послал. Так ты на следующий ход скупаешься. А за дальний ты типа не пойдешь? Надо было сейчас героя туда отправить. Алмазных, либо 2049. Не, ну как-то. Алмазные поприятнее смотрятся, мне кажется. Да, целькой. Алмазный 2049. И грифоны 2049. Не, ну грифоны получается будет 49, а алмазных 20. Алмазный, в смысле? Тут кучка еще лежит. Тут кучка еще лежит дерево. Ну, допустим, ну даже если две птички. Две птички, два психа, 8 какашек. Ну ты спаси с полнейшим. Даже слоу, если мы будем тебя, то дают пиздюлей. Не, короче, идите вы. Короче. А почему мечку фиек не взял? Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, мне серо нужно. Нет. Нет, сложно. Мне впереди сюда. А так не взял. А я бы ее все равно не взял. Так, целька у нас занимается папским делом, забирает ртуть и едет вот сюда. Берет все пограничи сюда. Хотя, может, это вернее.
неужели? Че, сейчас костер зачем дома, я так понимаю. Так, ну нет, конечно. Кашки наше все. Гнор 10-й атакой. Вообще изи. Девять фишей просто. Просто ух. Надо. Охрененный дамаг 17-35 просто. Ага. Жертва. Я, кстати, узнал бы пойму секунду назад, что психов по элементарам тоже меньше. Четыре 19 одна воздушка. Not bad. 14. Ну да, дабл, да, уж? Ну да. А, да? Да. У воздуха по земле уже не помню. Вообще изи, три фейки отдал. Четыре какашки получил. Так, там у нас обучение, что по стрельям лечение, да. Это топ пич. Так, тут ой, не. Что-то 50 плюс. Я говорю, костер надо ломать. Правда, было. 10-19. Слишком поздно. Мне кажется, слишком рано. Меч Кархов будет слишком поздно. То есть надо сейчас идти либо в склеп, либо в конюшню. А нахрена мне в конюшню, что я там забыл? Что я там забыл? Так, надо птичек построить, пока я не забыл. Птичек построили, окей. Так, ну, наверное, этот костер самый последний брать. А чем тогда заниматься вообще? Золото собирать. У меня 3500, мне надо денег много. Так, да, вот куда-то сюда. То есть мне надо, значит, надо завтра. А целька что делать там? Что делать целькой? Целька, наверное, придется. Так, стоп, я знаю, что делать. Надо. Я придумал. Да никак их не пробить было, блин, ну это... Никак. Ну дали бы болт пробил бы, а так, ну чем их пробивают? Чем? Не знаю. Ну вот. Ты бы отстроил ГМ, например. Здесь? И не построил бы птичек. И зачем мне нычки без птичек? Три нычки — это 6 птичек. А одна — это... А если бы тут не дали болт? Штука — это 2. Я был бы и без птичек это вообще. В полном говне. Да, вот. Ну, пусть... Да нет, принципиально бы ничего не изменилось. Вот как минимум пройдись одну тысячу, одну нычку, двумя птицами. Седьмой день. Как минимум. А с большего можно было бы и парочку взять. Почему ты не делал нычку, например, за грифоны и двумя птицами? Где-то... Две птички где-то против 6. Ну, не, блядь, нет. С говном всяким там. С вами. Какой? Похуй, щит, хил, там, важно. Да ладно, блин.
одним дволом больше, одним дволом меньше, подумаешь. Мне так как 10 будет. Все равно 10 птичек вас заогнет. Но это только на второй неделе. А если я в лейт уйду? Прикинь, что будет на третьей? Нет, даже на третьей неделе хотя бы просто. 6, это 16. Плюс. Что в замке? 7. 23 птички на третьей неделе. Мне нравится такой поворот. Мы этого не узнаем. Он так делал запуск и удалил. Не, ну ладно, он сольется на ГО. Ты кого будешь ломать, хрен знает через сколько. То есть у меня даже есть первый шанс быть центром. Такие прохладные вообще мечты. Двумя птиц. А, 4. 10. 4 плюс 2, 4. Плюс 3 птичек. 6 птичек. Не хватает чутка нагреть, слушайте. Я начинал 23 нычки. 23 на третьей неделе. Я вот думаю, может и не выходить. Что ты умеешь-то вообще, дура? Кожа слово. Я подумаю. Ученый? Пожалуй, нет. Брать папашку ученых, это безумно. Совсем веру в лайк потерял. Да какой веру в лайк? Там очень редко. Продолжай свою хуительную историю.
возьми ты все с собой. Глупец. Не влезает. Давай, старайся. Не понимаю, тяжело. Ёб твою мать. Как же их много. Где мои артефакты дохуя? Нет, их просто тупо нет. Ну давай старайся, дружище. Я понимаю, тяжело. Вот есть артефакт. Целый один. Ну старайся. Нет. Да. Оу, нет. Это нет. Это нам не подходит. Убей. Пизды. Ребят, вы такие злодеи. Ну, почти. Ой, хорошо. Слушай. А, собственно, конечно, да. Нет, подождите. Пожалуй. Действительно. Пизды. Оу. Да, конечно, не вопрос. По щам. Ой. Упс. Все равно, блин. Так. Ну, как-то так, по-моему. Дьявол не снимать ответку. Это же топчик. Вот так. Красава. Чуть даже не обосрались. Просто прощаем. Вот так. Вот так. Изи. Надо что-то предпринять. Срочно дергаешь. Так, ну я думаю, что сразу. Вот так. Так. Оп, я даже не снимаю. Нет, у нас так оттуда давай сюда. О. Ну как раз если шпану закрыли, что ты делал. Ой, их же не будет. Сука. Загрызли, пацаны. Сколько, один хп? А, нет,
уже нет шансов. Да, есть пора. К счастью. Нет шансов. На самом деле все уточки живы, так что мне это полностью устраивает. Размен на 4 ангела. Я думаю, что даже вот этих можно опиздюлить без проблем. И так неплохо. Ожидаем. Ну давайте подумаем, можно ли добрать гномов. Поставить сейчас туда героя? Двух. Или через глаз? Через глаз так вообще нет. Фрита всех убрал. Через глаз я Зевич просто. Да. У тебя там баба какая-то стоит, вон. Немус пробивает, через тюрьму забираем к нам, да, это без проблем. Надо Малкому убирать, во-первых. А как ты дотянешься до Маруськи? Малком до Маруськи не дотягивается. Вот этот улик мы не успеваем. Пошел. Че еще успеваем? Сверху справа. Здесь есть улей Изевый, но его тоже не успею, надо было раньше загонять. Поэтому... Поэтому мы берем. Да, главное только меня слышит, других он не слышит. Так. Ну да, лесопилку на 1-2-1. Очень по дороге. Очень важно. Где его не хватает? Так, герой нам нужен еще. Можно выгнать сюда. Выгнал сюда. Герой. Толку вообще ноль. Меч. Да, давайте меч доберем. Охуительный. Блять! Пожалуйста, ну не говорите, что у меня нет денег. Кончилось бабло. Как смотри? Невозможно. Вот, видите, есть деньги, все в порядке. Да читаем мы чат, читаем. Просто не оторваться от игры. Так, короче, план тут все очень легко. Забираем, забираем. И идем шахтером наверх. Так, здесь нужен герой. Так, эти мне потом сюда придут. А где у меня здесь билет? А я глаз? Куда я глаз? Вот они есть. А эти меня как раз на кого-то разбивают. Из первого сначала отправить. Вот сюда эти. Давайте. Чтобы понять, куда идти. Здесь на верхней ты забил вообще. Не, все сейчас забил. Блин, здесь еще было. Изи, просто 70. Погнали. 70, считаем. 60. 60. Так. Борис. Борис. Так, дальше. Так, ну я типа хочу еще потом отсюда вывести армию и пойти взять вот эту тему, да? Можно. Сейчас мы... Я так все проще возьму.
А человек новый дракон? Стоп. А, еще же с нычкой надо нанимать было. Ну это невозможно. Невозможно. Это невозможно. Сложно, сложно. Все, берем, потому что. Так, стоп, еще дракон. Упс. Да нет. Так кажется, просто все не так. Так они в первую скорость. После, конечно, этих грифонов. После этих, может быть. Действительно, первая скорость. О, видишь, человек кто-нибудь ударил разве? Сельги-то меньше. Что, жалко? Я никого не вижу все равно. Ой, что-то много их осталось, нет? 9-3-2-3, сколько здесь? Мама скажет, после этого мне нужно поставить цепь, которая пробьется сюда. И в этот же день, наверное, я просто прыгаю сейчас в минус. Там полуликвид. Ну, вариант в том, нет? Вариант такой легкий. Ну, да. А, ну, кстати, надо продолжить. Какие варианты выйти на следующий ход сразу было? Нравится. Какая грязь. Так, мне нужно туда-обратно свозить. Блин, это возможно вообще? Нет, у тебя два хода в любом случае. А, у меня два хода, все равно. 50 минут целых. Так, ну это, соответственно, так, я тебе все. Я занимаюсь нормальным делом, пожалуйста.
в жизни столько таймера не было. Ох-ох-ох. Так, рыба мне, наверное, уже не нужна. Наверное, рыбу надо будет уволить. Здесь идем так. Что-то как-то зря я сюда пошел, наверное. Очень зря. Ой-ой-ой. 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 Неудачно получилось. Сейчас еще успеем. Ой-ой-ой. Что-то не обо мне. Ну ладно. Так сойдет. О, опять фиш. Нужно больше фишей. Нужно больше фишей. Так, ну терраса тоже нахрен. Здесь, так. Купить вот этого фиша. Так, ой, ой-ой-ой. Где у нас турист? Идет сюда. И продает вот так. Что-то пятый левел пока в говне. Надо скупаться. Купились что-то на 11 рублей как-то и кончилось по боссу. Надо еще. А как же по-другому-то, чтобы мне и без воды сгенерило? Такое разве бывает? Так, Гунар у нас разбивается в чертяк. Так, идем сюда. Че, все что ли? Так. Кстати, можно вот еще циклопятню забрать по пути. Я вот думаю, надо оно мне. Шесть восемь. Хизгунар, третий левел. Какая грязь. Так. Что-то Гунар третий левел. 6-8 циклопов в каждом стеке. Могут по щам давать, поэтому пока нет. Здесь забираем троглодитов, феек, птичка сюда становится, и две единички феек, как-то так, наверное. Ну, как-то так, ладно. Пошли пинать это говнище. 27, нормально. Самое время. Еще мне нравится. Самое время быть в говне.
хорошо так понимаешь. Как же по-другому-то? Нет, поэтому я предварительно поставлю вот сюда, куда-нибудь. Как-то. Как фиши просто жарят. Целую соточку. Чё-то как-то... Что-то пошло не так. Жертвы нашли? Пятый гем, что ли? Нет, это свиток. Интересно, все принесла. Пошло не так. Как раз первый же приношение пятый гем, это вообще самое одно. Так лучше уже. А ты четвертый ставил? Да. Воскрешение. Инферно. Инферно в инферно. О, так. Лучше вот так встать. Жарят. Так, у этих... Вот эти... Шудара. 130. А потом их выжат. То эти не дойдут. Тогда так. Теперь окей. Можно, конечно. Можно и не конечно. Так, птички будут с жопы бить, поэтому надо как-то... В принципе, насрать как. В любом случае, слово придется делать. И вот я начал. Вот как я ударил так классно. А, можно вот так сделать. Вот так сделать. Да, все верно. Эти свалят. Тогда не будет продува. Так, здесь минус одна. Раз продува не будет, то можно и слом не делать. Так, далее турист у нас еще.
еще нужны бабосы? Все, что ли, отходил все свое? Тактика есть, сойдет. 7-2. Так, идем вот этих пинать. Кто будет? Никто. Вот, не умираю. Не дай бог, не умирать. Легко. Седьмой этап это. Чтобы не было легко. Так, с этим мы решили вопрос. Теперь осталось найти баблишко немного. Немного баблишка. Что бы такого можно продать? Например, камушки. Так, отлично. Гунар полтос маны. Прокачает землю себе он на циклопах и пойдет ломать. Что-то он пойдет ломать. Вопрос, что султанов чьи. Ну, я тоже думаю, султаны, в принципе, нормально. Так, не, ну в принципе там мне ГО. Фу, не ГО, утопы тоже нравится. Смысл не выходить в центр. Замес. Че там? Че там забыл? У меня две утопы дома. Замес. Там будет не замес, а вынес. Вынес тело. Так. А, я же еще нихрена не построил. А, ну уже я ничего не построил, потому что я свой. Ну ладно. Наивный. Сам Ракал. Где я, тебя я предлагаю его забанить. Только и можешь там сидеть в чатике. Давай к нам. Или зассал. Да пусть сидит дома.
Собаку? Охуел, что ли, собаку? Две. Собаку захотел. Где так? А у тебя есть таксика? Да. Красава. Просто красава. Нет. Нет. Зомби, можешь его нахуй послать, тебе ничего не будет. Даже забанить можешь. Держись, мужик. Держись тоже, блядь, 38. Отлично. Просто отлично. Магер. Ну, дружище, здравствуй. Опять тебе не надо, опять тебе надо, опять не надо. Значит, топчик. Взял загадил пацана. Нормальный же был пацан. Вообще идеальный, я бы сказал. Катапульта, стрельба, ну, чуть тебе не нравится, да? Так, все, больше мне ничего не добавили, да? Парашка. 36 тут с респа вообще.
вообще возьмет один. Подруга. Я понимаю, что все нелегко. Ну, нормально, мы справимся. Сколько у тебя есть? Замедляй, чтоб не дошли. Замедляй, чтоб не дошли. Так, Султан. Султан отдыхает. Он был с каменной кожаной. Где ты был вообще? Почему не мог вовремя это сказать? Эу! Тише, тише. Тише. Разошлись. Вот это лак! Четыре ангела. Пасис, такой пасис. Не, я предлагал лоток бить, но... Дергай шнур. Даже было. Да, ангел, это уже одного даже не убивает, точно. Так, ну, ангел двух хотя бы. Хорош. Почти. Нормально, мы типа Тазар, мы так, как рыжий пес, короче, тащим. 90 стрелка. 290 надо выбить, но мы не способны. У тебя 4 удачи, лол, не способны выбить. Нет, это очевидный хил. Минус один. Нет, сюда еще 5 лет. Вот она! Вот это заехало хорошо. На чародея в самое время. Это были жесткие титаны. It's time to pass. Так. Блять, не смотрите! Ну ладно. Так. Опять ул нам не светит, нихуя. Пошли в пизду. Вот это нормально. Ой. Ой. Валим, маратец. Это можно. Блять! Это было не по... Ай, они не убьют!
все нормально. Так было задумано. Все по плану. Это чтобы мы моральку, если что, долетели. Ощутили, да? Мощь. Ну вдруг не долетят. Вот так точно. Так, ты, сучка, сколько ходишь? Да, мы... А, там по дороге, там нормально все. Так, кто не нужен? Да. Разделяю. Что бы вы думали? Меч! Что это такое? Конечно, ну конечно же. Конечно же, плюс 5. Зачем мне бить санных чародеев? Ведь я же понимаю, где я найду свой меч. Ну, разумеется. И кто же здесь у нас? Ебучая циклопа. Это уже неприятно. Надо как-то терпеть. Преуспогать. Уже имеет смысл, наверное, начать реально с правильно положено. Упс! Упс! 90! Упс! Ты с камнекожей решил начать? Ой! Пошли вы нахуй! Вот они! Ой. Вот они, блядь, кентавры! Ой. Пизди, кентавр! Больно. В рукопашку они вообще не будут наносить дамага. Пизды. И тебе тоже. Ну я-то тоже не нашел. Ну да. Это проблемка. Это проблемка. Ну что, не 32 дамага, ну что это? Да нет, переживем. Ладно, там еще улик есть. Еще может быть могилы. Ангел, пожалуйста, выживи. Будь мужиком. 39 хп, да? Твою мать. Или дан где-то рядом. Так, вот гномы пошли. Хорошо. Сдохни, пожалуйста, ты мне мешаешь.
8 уток, это, конечно, хуя. Почти 3 золота. Ох, хорошо. Где надо было брать в этом, чтобы стоять? Книжечку воды. На разгоне после ГО, без маны. Да, кстати, даже вода есть. Вот он, Феррик. Тебя разбить уже еще. Сначала заговнил, а теперь дружище. Так ты нахер никому не нужна. Здесь очень нужен форт. Нет. Все что ли? Нет, подождите. Тут очень важно вот так вот. 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 Очень милый городный дом. Клеточку. Просто целую город и разведал. Ну там, кстати, карабас классный. Заберем ссылочку. Правда, там будет ГС, который сразу половинит ХП уток. А половинит ХП гномов. Так, продолжается. Так, здесь я не посещено были на этим. Так, сколько их уже осталось? 6, 36. Там далековато. Ну да. Зачем гоблин отдавать? Лучший удар. Thank you.
же я остался, так уже, можно сказать, не сделаю. Потому что я сейчас солью. Зачем шоу называется? За тапками, видимо. Не, ну, жаль, но потенциал, но вот здесь просто не отрубаемся. Тише, тише, тише. Тише, дракона. Не-не-не, не будет. Отлично это работает. О, у меня почти час таймера. Фу. Какая лепота. А, нет, так, у меня почти час. Самое время подумать, что делать. А, 40 минут? Блин, ну это хуже намного. У меня Гунар почти 3 кому. Через ход выйдет Гунар с Фурагона. Опасно. Спачкает тис просто там. 8 возьмет там. Ну да какой 8? Мне кажется 10. А, там 3. Да, 10 тис. Блин, а может быть не выйдет. Господи, справа сверху бей птицами и птицами. Так. 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 Здесь. Так. Так, у нас Я думаю, у него ошибка птичек очень профитный вариант. Блин, вот тут я как-то умудрился беса не уволить. Иди в шоку. У меня тут есть специально обученная рыба, которая готова прийти на помощь. Так, тут надо кого-то уволить. А, блин, я же хотел этим по этим походить. Ладно, все равно не срослось.
6-8. Печально на самом деле. Не хватит этого. Я что-то надеялся. Мне землю докачают. Так, ну тут на мечниках, ну, их будет порядка 30. Это 700 экспо. Ну тут еще 500. 1200. Это на только один рулат. То есть у нас шелда у меня не будет никак. А, у меня вообще шелда нет. Вот это новость. А тут... Нету, тогда можно, к примеру, тунаром гонять, купить какашек, можно идти в топы. Еще у меня там есть хил есть и жертва, и все, по сути, это хил. Печально. Ну ладно, небольшую сломаю, я думаю. Хотя вот если ты у нас идешь сюда. Так. Ай. Вообще. Подожди, а где еще две птички? Я их. Блять. Я две птички не выкупил. А, да. Ёмана мораль, вот я. А, тогда может быть сначала сгонять за той нычкой, а потом вот. Может пойти поджать. Парни в чатике, кто не сказал про микрофон, самое время, скажите, пожалуйста. Так, а где? А чё, кто мне будет единички? Рыба, что ли? Правильно, фишинг. Бля, так, ладно. У меня есть турис, которая может достать кучу-кучу бабла. А, у меня еще одна утопа есть. У-у-у. А ну хрена мне в центр. Кто мне скажет? Согласен, нахуй. Только в могилах ищи правосудие. Я вообще согласен. Просто призываю лодку и пыли. К тебе, Морез. Тебя строят такой вариант событий? Вполне. Хорошо. Это жму нижнее болото. Что тебе не нравится? Четвертой защиты и без защиты и без офенса. Атака зато большая. И чё? Динар не башит. Я пьес. Очень раздумываю. Макс, тут водянки сольются. Просто. Водянки, да. Thank you.
если там найти отличные 13 слот еще. Ну возьми полторы лекции. Какая разница с земли? Кому же даже не стоит? А, ну я тогда желаю тебе успеха. Ну, да, маленькая, поехали. Маленькая, я думал, что фейки, он что же на все пойдем. Землянок даже не трогал. Просто вырежут птичек и все. Так, у меня есть одна интересная идея. Я хочу проверить. Так, подожди-то, дай подумать. Что в топе уже наконец. Кстати, надо было Гунаром брать мудрость, и он бы был с воскрешением. Ну да. Землю докачай сначала. Вот. Там мудрость дает. 10 дневников. Слушайте, а Джора там на жопу просто. Да, иди вообще. Так, тихо вам! Тихо, я сказал. Больше 1000 хп у землянок. Рейдинг подвози нас. Можем попасть. А кто сказал, что сегодня обязан? Начинаются эти отмазки. Я что, и не завтра ничего не изменится? Изменится. Много чем. Вот всегда вот там самое тебе. Стоим на фейке, блядь, на топе. Отлично. Ну почти. Давай постоим. Вот так на утопе. Я думаю, от этого станет полегче. Можно на фейке постоять. Не, я бы взял, конечно, тупо стоять, вход тратить. На сколько там? 700 мувов тратить? Блин, так у тебя КЗ, и там ты сразу же пополняешь там план. КЗ. Так, КЗ, думаю, так. Хватит. Там изи КЗ. Потом как бы через Д наверх сразу же. Там двоечка КЗ чай. Да, я знаю. Одна двоечка. Так, вот тут все. Что-то все походили. КЗ чай не играй аккуратнее. Это не настоящий стик. Так. Что это у нас? О, Гора 2 это. А нет, го, что-то на траве. Блин, чье же оно может быть? Трава. Дайте подумать, против кого мы играем. Так. Скорее всего, это флакс. Ну, 50 на 50, может быть, это рез другого флакса. Но да есть. Не, Рэдди бы уже вышел, он темпу играет. Скорее всего, Редвайт уже в центре. Ох, ёмана мораль. Редвайт, ты не видел твои бучего шара? Вот спасибо. Давайте сюда еще. Тихо, блядь. Сюда еще посмотрим. Смотрите за утками, что бы вы думали? Ничего. Ничего. Главное, просмотр не сделал, всем все показал, шар разведал просто. Обожаю хоть вид. Просто топчик. Ну, что ты скажешь? Ладно, стоп, я здесь. Так. Пизды.
сейчас мы узнаем, кто. Сейчас просто после этих слов я прям представляю, грязный секс сразу летит и старость будет. Нет, ну он не настолько жесток. Ну, подожди, давайте к нему как-нибудь. Ученики помогут тебе. Ну ладно, не возьмем. Ну, блядь, ну как я возьму? Ну ладно. Нет, стоп, давайте мы померем. Ну что там? Это потеря темп. Так, у меня же вообще. Потеря темп. Хорошо. Подожди, 20 плюс боков, то тоже не так просто. Гулик после что коробки как раз таки идеально зайдет. Мало полно. Потом замедлил. Упс. И просто. Давай. Ай, слабый дракон. Трусливая тварь, а. Слабый дракон. Уже слабый дракон. Мишень хорошая. Пизды. Вот так. Отдыхать. Просто никуда не годится. Какой-то 750, да? Как раз. Не очень подходит. Щит даже лучше, наверное. Я чувствую себя просто каким-то Рухлаевым. Честно. А что там сейчас творить наше? Сейчас просто... Все, уходить, пора уходить. Сейв. Потом обязательно доиграем. Да я не уйти. Нет, там вся магия, ты моя дефолтная коробка. Вся магия, ты моя дефолтная коробка. Хотя нет, костяшки же не такие крутые. Ну, 20 с чем-то там. 21. Сейчас мы обучение, так, нормально. Эксперт обучение. Самое время сходить за фейком. Господь милосердный. Кто же теперь будет играть в дерьмо? Господь милосердный. Ты в центр на, выйдешь? На четвертой неделе. Не знает когда просто. Там уже комп этот улик добирает, наверное. Чё тут дают? Скажите мне. Опа, чё? Я сколько да. 100 сир, дай. А сколько в золото, скажи, сколько? Так, спасибо за 25 рублей. Окей. У меня как раз после 3 лотов будет. Что-то в центре нету, нихуя, скажу вам. Да, у меня там масло было. Нет, ты себя с черного шара, ты ничего не видел. Господа, слишком мало всего в центре. Что, ты предлагаешь рестарт? Я считаю, что это рест по дною центру. Это уже практически есть, получается. Ну, культ остался вот здесь вот только. То, что у тебя там фото, там наверняка самые ништяки, конечно. Там я не сомневаюсь. Так, ну давайте посмотрим. Доход у меня больше всех. Коричневый в топе по войску. Я уже спасибо. Коричневый в коричневую. Коричневому коричневую. Ну что, что? Самое время говорить о здоровье. Это кто такой?
в удалении героя. Копать. Свои части. Сработка проклятия удаления героя. Шал, это как финал просто. Амилу блес, я проклятие. Книгу реально стоило купить. Их там мало. Ну, кстати, да, помню. Нет, ну ладно. Ну, ладно. Ок, нормально. Вот да, не будет каждому работе морали. Где мы деньги, я не понял. Что за хуйня? Алло. Могло. Мне бы позвал сразу по книге. Ну там все равно будут почти все. Тебя есть? Ну да. Фу, шикарная коробка. Парафы. Челупка. Ты просто следующую коробку? Я забыл. Да, следующую. С разгону. Да я там не угодно, но я далеко. Сомнительно, я. Так, давай так. Ты, короче, не видел, что здесь коробка. Что я снизу тоже видел. Но ты же не мог видеть это. Чай, ты успеешь. Пару, я даже не видел, да. Да, ты же поставил.
зачем нам вейт вообще? Ну, да. То есть, там все рассчитано до миллиметра. Смотри, я опасный, то есть аккуратно. Он злит, у него плюс 5 морали. Как контрит, ну. Ну, не, конечно. Блин, 5 у тебя столки огромные. Так. А дальше что тебе во втором раунде сделать? Ну а дальше уже сам думай. Там по ситуации. Ну да. Самый легчайший гол в моей жизни. Слабо. Слышишься, во. Минус дек, что так слабо? Очень тяжело.
неожиданность. Чайник, книга огня. О, надо же. Кто это? 50 с плюсом скорпов. Нет, ты понимаешь, что ты сейчас сольешься, а он легко их пробьет. Ну, по-любому пробить. Как? Ну, вот моя надежда. Такой щит неожиданности может не сработать. Нет, у тебя есть вариант пойти по дороге и закрыть эту еще. Там точно, там должно быть больше, 99. Там 500, потому что дали. Ой, господи. 80, 80 плюс. Да, ввязался. Что считаю? Какой проблем? Нет, я не знаю. Проклять что-то ты не откопал, хотя мог. Так, так, стоп. А как они же драконы? Побойся Бога. Что они делают? Так, сейчас отпухают. Первый без ответа. Ну а чё оно даст? Спота мне есть без сраных тумбиков. Ну, ну, а он ровненько, в принципе, берёшь книжку, нападаешь, чёсненько хватает, убиваешь армадом. Да, да. Всё. Хватит. Единички для слабых. Единички для слабых. Так, ну, страшные битки, но они без морали. Так, Кас там. Я все знаю о нем.
да, есть. Сломать страшно. Пойдем перекурим, может? Не, я могу сигналку провести. За вас, за обоих. За вас. Ты там прокомментируй пока. Да, ты обсуди пока с чатиком, что как будет. Какие перспективы вообще? Ну вообще, что ты как будешь продолжен, говорят, что будет постколов, типа, на чью пользу будет размен. В мою, естественно. Привет, не Аварн, тем, кто подтягивается. Правда, мы сейчас уже заканчиваем, скоро. Фига нас смотрит, наши бредовые посиделки. Ой, что-то пошло не так. Не, ну что, самое интересное, что у шахтера стоит накидка, то есть, хотя у обоих магии никакой такой нету. Статы примерно, даже у шахтера посильнее статы, но у Маруси есть масло и маны побольше, прилично так. Но у Маруси там кроме масла-то нет ни хрена по магии-то. А шахтер, наверное, может просто закидать слепами и болтами. 12 СП. Слепо в уток пойдет, а там пойдет масло. Самое интересное, не посмотреть, сколько у кого денег, я что-то не запомнил. Ну, тут размен будет, скорее всего, в пользу все-таки Айвы. Размен будет в пользу Айвы. Потому что все-таки слеп ли он уток перебьет, а у Милу нету нифига денег. А у Милу нету нифига денег. Потому что он все просрал. И он реально не втащит. Хоть по мясу у него кажется, что и больше, но слеп зарешает. Просто слеп уток, слеп ангелов и все. Единички вырезаются. Можно даже сделать что-то типа волны смерти шахтеру, вырезав сразу все единички нафиг. Щита камня кожи же еще масса сравняет ситуацию по статам, но у шахтера офенс. Да толку, что и там щит и камни кожи, тут все под маслом и слепотой просто. Будут пинать, к примеру, ангелы делается. Делается, к примеру, две слепоты. Вырезаются все единички, делается слово в ангелов, слово в уток. Пинают ангелы без ответки, снова остается слепота, вот и все. Ну что, Рэй, ты думал тактику? Конечно, что все рассказал, кого там на турничке-то были. Так, ну что, дракон летает до уток. Раз, два, раз, два. Итак, начнем. Захват вирус. Во-первых. Включи книгу, посмотрите, как еще надо. Во-первых. У нас есть стрелочка. У нас включение, это важно. Во-вторых, у нас есть масло. У тебя нет масла, я видел. Так, короче, сидеть. А, дракон. Ну, драконы, да, пиздец, знаешь. Драконы это, ну, типа, блеет. Так, стрелочка. 310, 310, 300, 300, 300, 300, 300. Нельзя! Ну почему?
Чтоб он драконами стукнулся. Ёбки. Блять, я был! Ты такой... ты такой дебил, господи! Блять, это просто должен был быть болт! Да какой болт? Просто кладешь слепо и убиваешь ангела. Ну ты такой тупой. Да я бы его не убивал. Как не убивал, если ты первого убил? Блин, да я должен был колдануть. Блин, такой блин. Должен был быть болт. Сраный болт. Сын, блять, я еще под прожик стал. Да пошло оно все нахер. Тебя болтом и дать слепу сразу же. Что я могу сделать? Мне кажется, ничего. Что там 5 резистов у меня не надето. Ладно, было ничего не сделать. Надо стукнуть. Стукнуть бесполезно. Вот так полезно, охуенно, кстати. Я же скажу, ну, пожалуйста.
как бы добил левел. Лакирок! Ну ты мог как? Да мог ты его убивать. Да как я бы его убил? Да убил бы ты его. Как? Ты, как? Ты там несколько просто маны лично потратил. На что? Замерло. Да. Вообще изи, тут они мобы могут ливать просто. Я тебя пощадил. Его маны не хватило. Сколько у меня там внутрь еще? Три. Так. Есть масс блед, да? А лечение воскрешает? Неудачно получилось. Да. Отлично. Это было не очень круто. Так. И что мне с его статами делать теперь? Там библиотека, да, будет, что не говорится. Мне теперь придется голо ломать из-за тебя. Ой, милуй, такой милуй. Так, калк у нас. Так. Разведал, даже стыдно, так. Вот чайник, вот я в просмотре земли, если вдруг захочется куда-нибудь еще пойти. А то сейчас еще ты выходишь и меня накрываешь. А, нет, сейчас еще утром. Блин, а там 60. Я хочу, чтобы мне фейк припустил. Так, а я, наверное, их прям не успею, не успею. Я просто стрелку, спасибо. Yeah.
очень сильно пинают фиши, конечно же. Так, а сколько у этих 89, да? По всем. Блин, а я не успеваю. Не хватит. Так, блин, и оно охраняется. Нельзя, да, поставить? Дверь, кстати, тут нельзя, да. Так, а кто там еще у меня идет, кажется? О, вот, калит. Точно. Все, можно заново. Что угинуть на вторую? Да ну, вот даже не знаю, наверное. Хотя, в принципе, с маслом-то можно и на вторую. Хотя не, лучше на первую, ну его надо. Лучше. Вот так, лучше не брать. Так. У меня одна птица или вы в ней какашки в минималке как грязь. Оп. Ой, что-то масло, не масло, что-то масло, да не масло оказалось, да. Смотри, наверное, не пасис. А сколько я убиваю, хотя бы такого тут убиваю, а это не убиваю, значит, на этих масло надо делать. Да, наверное, надо желтый. Офигенно. Знаю, 40. Неудачно получился, в общем. Что я не подумал, я думал, что это как галера. Пятая, пятая. А у этих шестая. Вообще не шит. Так, ну что ж, окей. Ладно. Не разговаривайся. Ладно.
спасибо, блядь. Еще, кстати, черным шаром наверняка можно найти со своим. Так, мне надо кого-то уволить. Да. Возможно, да. Довезем, то нормально. Так, хватит у нас почти. Главное, чтобы не Макси было. Макси назвать. Блин, фиши еще были. А, ну все правильно, да. Ломаем, пегасню, а не тратим. Может сюда? А, у меня 2000 осталось. Этот номер до третьей недели сидит? Да изи. С маслом вообще, у тебя сейчас оно на всех. Легкую вообще. Ну, у тебя масло на всех. Просто подводишь, а там прожим, там что-то не сложно, потому что конечно сильно. У тебя первая скорость будет. Надо было вот это уникально, я походил, то есть надо было сливки собирать. Так, ладно. Макс сейчас не заберу никак. Ну там тебя нет, ты же ее. Кажется, заберешь. Сейчас там уже посмотрим. Хотелось бы еще свитки почекать. Для этого мне надо еще одного героя заслать сюда. Еще одного героя. Это гречи тщательно увольнять. И здесь купить еще одного балбеса. Хадберт, Корбак, Корбак, давай. О, Гони. Отлично. Ты был хорош. Вот, да. Сюда гоняй. Так,
Неплохо. А, нет, не совсем по пути. Ну ладно, тебе повезло. Да, вообще оделся легким спальни. Так, а мне опять думать, что делать. Так, ну и в первую очередь рыба шаг вперед, урни шаг вперед. Хверь идет сюда. Кто-то. О! Я могу! Вот это забавно. Однозначно. Изи. Только все части. А, две. Ну да, все части есть. Оу-ля-ля. Нормально так пошли. Сборничек. Легчайший. Эти забирать. Офигеть. Тоже офигеть. Понятно. Так, ты у нас тащишь все сюда. Ну, давай, еще один шанс дам. Хорош. Вот это в тему было перед утопой. Теперь вообще изи любая утопа. Теперь любая утопа изи. Да, в максималку полезу. Однозначно ученый. Ничего не надо. Кораблик спасет всех нас. Да я думаю, это Айве придется уплывать на кораблике. Еще одна минималка. Предлагаю 6 тысяч, кстати. Идите в жопу, я сказал. Кстати, могу даже почти убить. Мне кажется, даже нравится или не нравится. Если я не убью. Если убью, будет шикардос, а если не убью, будет пассис. Что думаешь, малка?
Еще одна единичка. Давай еще. Смог сваливать. Боги-то что вам сделали? Щит, блин, я бы полез в эту самую максималку, так далее, постановил повторный артефакт. Можно, конечно, еще придумать одну дельцу. А, у меня рынка нет. Лучше последний шанс болото брать. В любом случае заходить в замок надо, а вы учите.
эту слепоту. У меня все войска иммунны к слепоте. У меня нет слов просто, как мне ломать эту самую максималку. Только в надежде, что здесь дадут какой-то щит. Просто это бред. Ну каменная кожа, но меня она не спасет. Они просто настолько злые, что... Жесть. У меня, конечно, офенс есть теперь, но это только базовый офенс. Кстати, можно попробовать сдать дубликаты и продвинуть офенс. Кстати, это очень хорошая мысля. Плюс один хп мне не особо надо. Точно, вот тут надо будет дать артефакт. И... А, Гунар, который не может. Гунар, который только может монстров давать. Великолепно. Так, ладно. Что я еще могу сделать? Очень мне сгодится там, как-то сгонять за этой мишкой воздушек, хрень. В общем, завтра придется мне ставить, вот тут тогда тоже ставлю рынок. Завтра ставлю здесь такой с артефактами, притащу, если что, все свитки, продам, может быть, артефакты какие-то нормальные. Продам еще артефактов, ну и что делать, придется завтра лезть, ну, потому что... Несколько дней тупо сидеть на высоте, ну это бред. Антилом Альбио, ну в принципе-то Айвы, у него просто писец какие статы. У него там статы, о, у меня даже не показывают какие статы. Микрофон шпилит, блять, потому что далеко. Слышно было всех. Каждому это надо подобрал я этот свиток, пока бегал там турис. Может быть ошибка. Так, ладно, короче, передаем все так и валим наверх. Смотреть, что там. Все, короче, таймера 25 минут еще сойдет. А что у нас есть папский сборник? Завтра продадим нахрен. Все, что мне не нужно. А, как, кому? На этом, на обычном торговце. Камилу скипает. Кайву я не трогаю. На следующей неделе будет птичек больше, чем суммарно войск у Айвы. Ну норм, но видишь, он там может утопу взять в центре. Плюс там... Плюс там больше нету ни хрена.
реально, я просто могу сейчас особо не заморачиваться. Ну, в любом случае надо сейчас, блин. Ну, даже с маслом максималку меня драконы убивают там, ну, вообще жопу. Слышно никого, бить трансляцию послушаю. Ну, блин, ну не слышно, ну что я могу с этим поделать? Ну ничего. Я могу только говорить погромче. Свалили все на кухню. Да, посмотрим сейчас, если уток, если максималка ляжет нормально, то в принципе, я думаю, затащится катка. Что-то они там обсуждают на кухне, что-то плохое. Пойду-ка разведаю. Конечно, как вариант проскипать, но так уж и быть, я дам фору. Я типа еще ничего не видел, да? Что же там внизу? Что не дали спустить? Надо подумать, как расставиться. Спасибо.
интересно, тоже что мне интересно. Мне тоже очень интересно. Чувствую там самое шикарное. Ты мне только книгу вот эту оставь. Слева внизу за утками что-то будет интересно. Там, где стоит этот чувак с разведкой. Здесь? Не, вот выше. Короче. Правильная расстановка. Правильная же, правильная. Нет, было. А. Сейчас. Убирать. Да ты рисковый парень. Ой. Что раньше надо ехать. В смысле, раньше это на самом деле сейчас. Ну, что же, придется с тобой идти еще. Ну, я считаю, что у нас 1-1-1. Да, безусловно. Да, я хоть сольюсь в утопию. Давай. Ну, у тебя есть что там, фильмы, например. Так, а что я у тебя забрал, как я выше? Ну, да, мясо все не оставил там. Красавчик просто. Это, ну короче, полезли вот так. Вот топку делать больше нечего. Только вот моральку на колоде, удачку на колоде сможем поменять. Ну и все, в принципе, с этим говнищем полезли вот топку. Блин, а здесь суть была? А, вот какая-то вот такая шаурма получается. Ну, посмотрим сейчас. Ну, скорее всего, да. Вот этот текст.
бы одобрил такую ничью. Кажется, у меня фулл мана, я бы стрелкой расстрелял. Я бы колебался, да, но я бы это сделал. 2-2-8. Ауч. Вот это, кстати, было зря с их стороны сделано. А, они гады. Ушли. Ой, блядь, минус 2 сразу. На, ох ты, судачка. И не убили. Да вы издеваетесь. Че, бляшка? Ну, с потерями, но, я думаю, берется. Типа, знаешь, Айва отплывал бы без чайника, без моей разведки, а адмирал отплывал бы без черного шара, без моей разведки. Не, ну я бы в любом случае пошел бы за той. Я бы в любом случае за той донычкой пошел. Я бы его увидел. Ты ничего там не разведывал, ты бы уже меня бы вынес, он бежал, добивал. Ну да. Нормально так статы. Сейчас еще вот это поставить. 34-16 нормально такие статы. Да, и самое. С крылышками, с учетом того, что в центре особо ничего не было. Ну, в центре есть утопа, который ему нечем брать тут. Ну что там, 4 драк, там 4 дракона, 8. 4 драк, 4 ангела, всякое говно и дома. Ладно. Ладно, вот, короче, мы вот так посидели, это было превью СНГ. Это был гранд-финал СНГ. Превью, вол. Амилу, ты будешь Камси-Камсу на СНГ включать? Да, конечно. Ну, если кто не услышал, он сказал да. В общем, такая карточка вышла, чистая ничья, ну, почти. А Милуша прилетел. Да нет, он, смотри, блин, передай ход. Вот. А, еще жив. Жив, ничья. Ну, тут свиток хороший. Забывчивость. Мы же говорили, хороший. На титанов они действуют. Кстати, вопрос возникал, с черным шаром будет действовать? Нет, нет. У них магия разума в любом случае. То есть насрать на черный шар. Короче, всем следите. На Heroes World обязательно будут прощание с Sims. Давайте, папашка, пока. Трансляции.